Только добро. Только добро. Только добро. Только добро. Я такая же, как все. Я инвалид по зрению, я не вижу уже, к сожалению, совсем. До 13 лет у меня было достаточно хорошее зрение, но в 13 лет в связи с переходным возрастом и семейными обстоятельствами я начала терять резко зрение, и в 13 лет я его окончательно потеряла. Сейчас я, получается, не вижу уже 7 лет. В то же время я спокойно передвигаюсь в Москве, езжу в другие города самостоятельно. Моя спортивная карьера вообще началась в глубоком детстве. В классе 3 я начала заниматься плаванием, занималась голболом, это специальная игра для незрячих. В данный момент я являюсь членом сборной команды России по мини-футболу 5x5 среди девушек и капитаном этой же команды. Мне очень хотелось бы работать с детьми, я очень люблю детей, я очень хочу помогать другим, как бы реабилитироваться, поверить в себя, почувствовать себя таким же, как и все. Не чувствовать себя закомплексованным, в чем-то ограниченным. Мне нравится в себе то, что я целеустремленная, чересчур даже где-то активная очень. Я люблю помогать, в принципе. Всегда могу прийти на помощь, но не могу, например, отказать друзьям, знакомым в чем-то и сказать: нет, я не могу тебе помочь, я очень занята, как бы. У меня нет такой черты. Только добро. Только добро. Сердце твое, ты далеко, но я знаю, ты где-то там есть.